Паша, приветствую тебя. Привет. К примеру, даться после боя с сыном, поломал себе руку. Ты оказался в топ-дог, твой первый бой, и сразу же одно из самых громких противостояний как раз с гаджи-автоматом Наврузо. Ты можешь рассказать, с чего начался вообще ваш конфликт? Оскорбление, там, в мой адрес. Ну, а ты к такому вообще в целом не привык, да? Нет, конечно, не всегда по факту, тем более на Кавказе у нас есть какое-то там недопонимание, какие ты выходишь человеку и все это ему высказываешь. Быть маленьким боксером – это не очень удобно. Из величайших боксеров – это только Майкл Тайсон. С Вагабом Вагабовым ты тоже получил достаточно серьезную травму челюсти. Ну вот он после говорит, ну это перелом. Но с такими упражнениями просто караул вообще. Ну здесь видишь, вестибулярка работает. Ты можешь рассказать про условия внутри этих лиг? Где тебе комфортнее всего выступать? Не, ну, конечно, поджимают, что вот надо бой. Бои в ММА-перчатках – это не бои по боксу в перчатках, там чуть другое. Но также это не бои на голых кулаках. Какая из лиг предлагает тебе и предлагала наилучшие финансовые условия? Так, для ребят, которые начинают заниматься, только-только пришли, ну, для них это будет просто убийство. Слышал ты когда-нибудь про договорные бои? И если да, знаешь ли, как все это происходит? Это все делается ради ставок. Ни копейки денег мне это не стоило. И во сколько, так скажем, акции Павла Шульского увеличились начиная с самого первого боя? Пашин автограф со словами «Верь в себя».